Одесская художница Елена Мазур решила показать все в Запорожье. Устроила выставку, где представила 25 откровенных картин и 8 не менее откровенных арт-объектов. Над своими творениями автор трудилась в течение 4 лет. Что из этого получилось, видели наши журналисты. Одесситка Елена Мазур приехала в Запорожье сразу с 2 экспозициями. Выставка «Мои откровения» написана от лица героини, истосковавшейся по сильному плечу. Экспозиция «Дембельский альбом» полна солдатских мечтаний о жизни на гражданке. Зрители, среди которых есть и военнослужащие, подтверждают, ничто человеческое армейцам не чуждо. В данном случае на сегодняшний день мы все очень жаждем мира, и в данном случае подъема военного духа, который, в принципе, обязателен. И вот эта выставка, я имею в виду верхний ряд в основном. Вот. То, что солдаты в уме у них. Как-то я только услышала про дембельский альбом, и меня заинтересовала эта армейская культура, вот эта изобразительная такая. Вот. И я как-то углубилась в эту тему, смотрела, изучала их технологии, образы, этот фольклор, армейский юмор. Дополнили художественную выставку 8 женских откровений. На эти арт-объекты автора вдохновило желание переосмыслить советскую прессу. Посмотреть на эту всю прессу глазами влюбленной девушки. Вот, и поменять смысл лозунгов, как бы придать этому всему немножко другой смысл, другой звук. Вот, переосмыслить вот эти все образы. Они уже как бы вошли в историю, и с ними интересно поработать. Как-то все это немножко поменять. Пооткровенничав с публикой, Елена Мазур вместе с коллегами переключилась на социальные аспекты творчества. В 50 километрах от Запорожья проводят мастер-классы для детей и людей с особыми потребностями. Я хочу провести стихопленэр. То есть детки или люди, им раздадут ручки, бумагу, а я немножко расскажу о принципах, как строится поэзия. Я просто дам как бы установку, как писать эти стихотворения. А каждый напишет, это будет такой сеанс, может быть, одновременной гроссмейстерской игры, как в шахматы. У одесских и запорожских творцов есть еще одна общая цель. С помощью искусства хотят построить мост мира и добра между людьми, чтобы вся Украина ощущала себя единой.